У жителей Чебоксар появилась возможность прикоснуться к культуре и быту одной из самых удивительных стран мира – Индии. Чтобы насладиться ее красками, достаточно посетить выставку, что открылась сегодня на 5-м этаже МТВ-центра. Сразу при входе посетителям предложат отведать известный на весь мир индийский чай. Впрочем, на этом сюрпризы для гурманов не заканчиваются. Здесь можно найти огромное количество приправ, которые помогут наполнить привычные блюда новыми оттенками вкуса. Впрочем, на выставке есть услады и для глаз. Эти ковры делают на севере Индии, в Кашмире. Там сохранили древнее ремесло, которое зародилось сотни лет назад на территории современного Ирана. Они шелковая ручная работа, город Кашмировый. Там разный дизайн есть, там есть Кашан, там Исфан, там разные много дизайнов есть. Чисто индийский город Кашмир. По форме Индия напоминает алмаз, возможно, поэтому украшения оттуда особенно привлекательны. Любители прекрасного непременно оценят изделия из натуральных камней и серебра. А девушек может заинтересовать косметика из натуральных трав. Разные есть шампунь, чаванпраш, крем для рук, от боли сустав есть. Еще крем для ног, зубная паста. Все индийские натуральные разные травы бывают. Яркие платки и хна для росписи, постельное белье из шелка и резные фигурки индийских божеств. Все это ждет жителей Чебоксар на выставке «Индия Фест», который будет работать в столице Чувашии до 7 мая.